Есть два варианта публикации приложения. Либо мы разрабатываем приложение для одного конкретного портала, либо мы добавляем приложение в Marketplace, и тогда его можно будет использовать на разных порталах. Публикация в Marketplace требует партнерского статуса 1С Bittrex и делается через кабинет партнера. Мы вернемся к вопросу такой публикации в конце курса, когда у нас уже будет готовое полнофункциональное приложение, а пока что рассмотрим первый, более простой вариант, который доступен для всех. Так что смело нажимаем кнопку «Добавить приложение в своем портале» и заполняем форму. Как вы видите, для каждого приложения необходимо указать название, отдельное название для пункта меню, при необходимости с вариантом на английском языке, и указать, какие именно модули портала будут доступны для приложения. Кстати говоря, составление действительно нужного перечня доступных для приложения модулей – это крайне важное требование безопасности, особенно для приложений второго и третьего типов, которые физически хранятся за пределами портала Bittrex24, а значит, включают в себя повышенные риски несанкционированного доступа. Указывайте только те модули, которые реально нужны для функционала вашего приложения. Последние два поля формы предназначены для указания ссылки на приложение второго и третьего типов, а также ссылки на отдельную страницу, которая может содержать некий код, выполняемый один раз при установке приложения на конкретном портале. Кнопка загрузки архива с приложением нужна для загрузки приложений первого типа, поскольку все эти файлы в дальнейшем будут размещаться в облаке Bittrex24. Приложение может иметь любую структуру. Есть только один файл, который является точкой входа в приложение. Именно его вызывает Bittrex24, когда пользователь нажимает кнопку приложения в левом меню портала. В случае с приложением первого типа это всегда index.html. А файл установки, о котором я упоминал выше, в случае с приложением первого типа это всегда install.html в корневом каталоге. В случае с приложениями второго и третьего типов, как точка входа, так и страница с установочным скриптом могут быть любыми. Главное правильно указать адреса этих страниц в форме публикации приложения.